Приморье вернулись 13 моряков с российских судов, арестованных ранее в Объединенных Арабских Эмиратах. За состоянием кораблей отправятся следить новые экипажи. Танкер «Crystal East» был задержан в Эмиратах еще летом 2017-го из-за долгов судоходной компании. В марте 2018-го моряки написали письмо в российское генконсульство с просьбой помочь вернуться на родину. Сообщили, что состояние их здоровья стало ухудшаться, а на судне закончилось топливо. Судно «Каролина Винт» также было арестовано в Персидском заливе из-за окончания срока действия судовых документов. И вот сегодня экипажи кораблей наконец-то вернулись домой. Температура сейчас на градуснике продукта. Было такое, что мыли соленой водой, ели один рис, потому что генеральный директор продолжал все равно нам как бы осуществлять, но были сбои. Связь у меня была мобильная, и то, чтобы ее поймать, мы стояли на расстоянии 13 миль, это примерно 26 километров. И чтобы ее поймать, я залазил на мачту,